Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за кельтов на карте Пангея. Если вы смотрите эту партию не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Я мог, наверное, ускорить строительство здесь фабрики, блин. Так, надо, кстати, глянуть, что там ГГшки хотят. Какие задания. А в химии это кто-то у вас там пошел? Не знаю. Ну, а Эфиоп. Интересно. Ну, не взял же ты Лего первым делом этот пятилетний план? Я взял. Ты мог как бы посмотреть, что теха не открыта. Так, мне особо слежу. Так. Можно по моим городам инженера посмотреть, что я его взял. Мне, как видишь, мало тех открытых. Вообще-то. Ну вот Брюссель хочет веру. Мне города дают по 3 молотка. Соответственно, я взял пятилетний план. Так и оставили, короче, эту мафиопу свободу. Ну, мне свободу вообще бессмысленно брать. Если Сиаму бессмысленно, то мне вообще вдвойне. На самом деле, тоже хотел порядок у меня тут. Сейчас что думаю. Что тут думать-то, как бы? Если у тебя очень много культуры, то, конечно, можно свободу взять, но по свободу порядок. Здесь конюшню, я, кстати, забыл. Здесь конюшня аж 3 молотка будет давать.
Да, я уже с золотым веком, только четвертый. Зашибись. Что, пора продавать арбалеты. Они слишком много требуют содержания. А мне сейчас надо будет пушки строить. Я продаю непрокачанные, как вы видите. Так, вот теперь вопрос. Брать рационализм или все-таки порядок и в производство переть? Наверное, все-таки порядок. Конечно, у меня больше всего идет содержание за здание, но и юниты очень много жрут. О боже, сколько у шведа денег. Откуда он их набрал, я вот не понимаю. Ходов до украдания школ. Триста 49. То есть, если я сожгу сейчас двух писателей, 350, 700, ну, через пару ходов. Ладно, смогу. Ага, музыкант скоро будет.
Ученый 12 ходов, писатель 13, а артист 16. Я могу великого инженера, кстати, с религией взять. Например, Бранденбург. Ускорить. Что как-то все так притихли, потеют, пикрят. Устали уже немножко. Тут потея не потея, а статуэтера не уйдет. За автократ это да, надо поприбедняться, это правильно. Ну, ты просто не видел территорию. Я что-то не очень вот, реально понимаю, откуда швед набрал столько денег. У него минус. Он города-государства, когда захватывал, смотрел, у него там было, ну, 300. Давайте я к нему все-таки посажу в Стокгольм. А кто-нибудь приватится? Расскажите. Нет, ну, не особо. О чем тут говорить вообще? Тут так все понятно. Понятно, в чем. Ну, что происходит, что будет происходить. Походу, мой единственный шанс был доехать на тебя на коляске. И я его, так сказать, профукал. Может, против этого проголосуем? Плюс 3 культуры за чудеса. А давай за. Не почти все у этого. У кого? У эфиопа. Всем будет хорошо, и тебе будет хорошо, и Фёбу будет хорошо, всем хорошо. Что плохого? Я бы сказал, что хорошего ничего. Да, он так всё закроет, там одни культурные ГГшки, он меценат.
даже тебе культур дофига, тебе вообще не нужны чудеса, у тебя Монако, Брюссель, пожалуйста. Набожность, меценатство, рации, порядок. Полный набор. Ну, красный форт. Кто строит красный форт? Да, эфиоп. Ну, угадай, кому нужны комбо-бомбы? Для того, чтобы было 250 защиты в городах. Уже не будет Химедзи, нет? Какой Химедзи? Химедзи защиту не дает. Тебе нужно... Не проведешь вас, конечно, не проведешь. Блин, я апнул. Я дебил. Самое то так просирать деньги. Хотя, судя по... Может, он тут собирается меня атаковать. Четыреста восемьдесят три, то есть он четыре апнул. Почему нет? Мне пока не надо. У меня что-то дофига счастья стало. Ну ладно, дело твое.
понадобится, обязательно обращусь. Нет, тогда уж я к тебе обращусь. С танками. Ну, что-нибудь найдется. Он какой-то обидчивый. Ну, не нужны мне слоны, понимаешь? Не нужны. Крабы, мне вот крабы нужны. Крабы есть? Бывает. Пять рабочих. Я думаю, пять рабочих это многовато. Тем более, что я вот уже практически все обработал. Гатлинга не пойдет, ну окей. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Фига себе, Сиам. Уже ГГшек поперекупал. Он в школу вышел. Я там когда смогу их украсть через 8 ходов?
Он им денег, что ли, дал? Как-то они не вместе, по очереди. Да, я с золотым веком. Третий, четвертый, пятый. Ну, производство. Я сразу становлюсь первым, если сделаю акцент на производство, так что тут это не удивительно, я просто пытаюсь города вырастить, а они у меня не получаются. Ну, хотя бы, блин, Эдинбург. Хотя бы Эдинбург. Блин, а сколько там стоит апгрейд в пушке? На свой сайт иду посмотреть статью. Что же в упор не помню. Так, наземный, кавалерия. Артиллерия. Пушка в артиллерию 95. То есть пока у меня только две пушки апнуть есть. Ну, три, хорошо, три. То есть, в принципе, четыре пушки можно построить. И пока все. Так, сколько рабочих? Четыре. В принципе, этого тоже можно удалять.
На три пушки есть. За три хода будет на четыре. О, я как-то быстро вышел, исполнил договор научный, круто. О, братик автократик. Добро пожаловать в семью. Лего, зачем тебе Бранденбург? Так как три прокачки не помешает. Учитывая, что рядом автократ, от которого нужно как-то защищаться. Я на тебя нападаю? Пока что чтобы нет. Защищаться. Я на тебя хоть раз нападал, Лего? Да, я не помню. Сколько раз надо нападать, чтобы вопросы были? Не знаю. А вот сижу, никого не трогаю. Ною потихоньку. Так все плохо. Что у вас там происходит, Лёш? Ничего, стоим. Не добираешь его, не получается или что? Да я как-то не пытаюсь особо. Ну ты посмотри, он честь взял. Я был бы не против, чтобы меньше автократов в игре стало. Ну посмотри, он взял честь, он взял автократию. Он все... Все делает, чтобы его не взяли. Может тебе чем-то помочь, чтобы ты его добрал? Ну, деньгами. Тебе нап нужно или что? Привет, может быть тебе что-нибудь? Чего, помочь? Чего? Тебе нап нужно или что? Ну да. И на содержание, и на ап. Не, ну она поможет, просто у меня денег тоже немного, они мне пригодятся. Поможет. Так, может мне тогда сейчас сжечь ученого? По нефти, конечно, все очень грустно. А, так ты уже и в нефть. Ни хрена у тебя. Я жгу тут ученых как бешеный. У тебя 10 голды. Или посадить все-таки ученого, блин. Ну, австрийцы точно так же шведу может дать денег.
Это должен быть второй. Не, Фёб, мне эти деньги дал только что Сиам. Ты чё? Он очень удивится, если я заключу на них научный договор. Ну, а если я закину все денег на этот договор? Ну, тогда заключу. Окей. Можно же там два штуки всего. Да, ну это... Да, Сиам, ты со мной же разорвал, правильно? Понял, на тебя посмотрел историю. Ничего мы не разрывали, у нас выполнился договор. У нас выполнен? А на каком ходу? Потому что у меня в истории его не видно. Ну, недавно было. Когда я тут и открыл. Молотки вот эти, как она там, химия. Ладно, сожгу, наверное, все-таки. В тот момент открыл, он выполнил. В истории сделки мне его не видно почему-то, я не знаю, как это произошло. Но мы же с тобой не воевали после того, как заключили. А. Ну, соответственно, вот, 147-й ход он выполнился. Да, пишет, а, это да? Не с тобой. Это не с тобой. Хотя да, я не вижу. Тоже. Это с Анатолием у меня. Может, мы его забыли заключить? Да, вполне вероятно. Правильно. Да у тебя стенка, боже. Наклепает точно количество кавалерии и все. Подожди, я не понял, а мы разве не заключили прошлым ходом? Нет, ты, по-моему, то ли скинул, то ли что-то там произошло, в истории нету. Ну, очевидно, что если я могу... Ну да, ну да, ну да. Странно. Я тоже что-то удивился, на самом деле, немного. Нет, 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 Егор, так не пойдет. Ну, ты хочешь на меня напасть, или я не знаю на кого? И просишь научный договор. Научный договор, да. Или ну, за твой счет. Не соглашаешься. Ну, либо предлагаю, как я могу согласиться. Я не буду оплачивать тебе научный договор. Ну так. Не хочешь, как хочешь. Ты не хочешь, как хочешь. Ну, твой настрой понял, Него. Слушай, ну ты там строишь всякие эти военные академии, рыцарей. Я должен тебе еще помочь наукой. Чтоб ты на меня потом прибежал. Как хочешь. Дело твое. Пока ты лидер по промке, я оборонку не буду заключать. У нас нет обороны, да? Не, я лигу. В смысле, по какой промке я лезу? Пока ты лидер по промке, господи. Где? Он не лидер, в этой игре. Ты очень долго всю темку просто рвал, вот эти вот урожайность производства ВНП. Наверное, потому что я взял пятилетние планы, пошел в нижнюю ветку в химию, чтобы мог быстрее строить эти домики, чертовы.
такая декларация дружбы, что в ней такое? Насчет оборонки просто надо подумать. Оборонка 10 ходов работает или сколько? Подождите. 25. Окей, так пораскинул, наверное, в самом деле, да. Не могу принять, это будет третий договор для меня. Ладно. Это правильно, два договора, на самом деле, так... спорно. А начали с договоров играть. И австрий с туризмом. Все по туризму угорим. Ну, ты перезаходишь? Лего? Или мне перезайти? Мне без разницы. А, да, перезахожу. Да, что-то кельту нефть вообще нормально насыпало, я так смотрю. Классно. Я с тобой поделюсь. Только в одном Кардифе просто 20-21. Я правее Эдинбурга. Зеба. Thank you.
Может, автократы друг с другом хотят там повоевать? Ну так, просто поугарать. Поугарать? Просто поугарать, объяви войну Лиго. Поугараешь, будет смешно. Я поржу. Потом угарно. Чтоб потом ты проехался по мне, я по нему. Столько же угарно у нас по войне двух автократов. Ты все думаешь о том, что я по тебе проедусь, ты выдаю только одно, что ты сам собираешься по мне проехаться. Езжай. Но ты первый начал настраивать эту армию своих гусаров. Слушай, я строю армию, это себе барон. Ладно, не важно. Поплыл куда-то. Ну, это правильное решение, кстати. Несмотря ни на что. Thank you.
Может, у нас пинга нет, потому что он меньше одного? Такое возможно? Вряд ли. Интересный вопрос. Всемирная выставка. Я переоценил свои силы немного. Все нормально, да? Было 20 ходов назад, тогда ситуация была немного другой. А ситуация была абсолютно такая же, как сейчас.
А где еще одна ГГшка? Никак не могу ее найти. В море где-то? Или кто-то нашел их все? И вообще только 8. А сколько захвачено еще? Ну, 2 захвачено, и 9 я нашел. Боже, он... Сколько он крепостей поставил. Трындец. Упорочка такая. Не в том плане, что он сейчас не дает себя взять. Но он просто все в эти крепости. Компьютер начал подлагивать. Швед, ты бы там на ГГшке насел, чтобы порядок тебя не прошел все-таки? А, вообще-то Швед... А что плохого в порядке? Тут настроение, у меня тут не очень много. Ну, еще по много настроения. Так, я говорю, это шутка была. Такое ощущение, Любуша, ты прям вынуждаешь меня, тебя... Ты прямо жаждешь, прям, всеми силами. Ну, просто автократы не созданы обычно для того, чтобы играть как-то более мирно. Слушай, ты сам отлично знаешь, что любая идеология может на тебя напасть. Любая абсолютно. Но ты вынуждаешь меня, покупая кэшки, которые мне под нос, принимая дурацкие идеологии, ты прямо просишь. Как бы я не хотел этого, но ты прямо вынуждаешь меня.
Так может просто дело в том, что ты этого хочешь? Нет, дело в том, что ты меня нуждаешь. Идеология, порядок. Ну, отлично. Классное у вас общение. Я просто не видел еще ни одного автократа, который бы не нападал на танках там или еще что-нибудь. Всегда все происходит одинаково. Может быть, ты исключение, ты можешь показать это в игре. Слушай, если ты примешь эту идеологию, я на тебя нападу собственно. А так, сколько процентов? Хоть чтобы я рассчитал шансы. Ухмыляйся, не ухмыляйся, но ты сам делаешь. Не, ну если не приму, сколько шансов, что ты не нападешь? Ты понимаешь, что есть свободовец, который далеко от меня, да? И который улетает раньше тебя. То есть ты на него по-любому будешь нападать. Чего ты взял, что я на него буду по-любому нападать, когда ты нападешь на меня? Или в чем мне смысл нападать на него, чтобы помогать кому-то? То есть ты меня решаешь гадить, окей, давай. Да я тебе пока что ничего вообще абсолютно не сделал. Mm-hmm. Немножко интонацию, ты смешок давишь, но у тебя ничего что получается. Голосуешь за меня лишь? Так, да. Что? Проплыл, выплыл, тут трындец. А меня так голос? Раздражает эти... Да, хватит. За кого будем голосовать? Либо за меня... Я уже за себя закинул. Но я могу представлять, как бы интересы автократов в Конгрессе для поддержания баланса. Не нужны интересы автократов. Мне нужно, чтобы порядок не пришел. Не, это я точно буду тебе все свои голоса сливать туда. И ты снова предлагаешь выставку. Эфиоп, ты, блядь. Ну не ругайся ты, слушай, что ты так с людьми разговариваешь? Знаешь, я предлагаю выставку, чтобы хотя бы кто-то свои голоса слил не на... Понимаешь, что если ты придумал выставку... Ой, не на свободу. Делать что хотите. Не на порядок. Делать что хотите. Достала. Thank you.
Чувак, ну 7 секунд, ну ё-моё. Ну это я не... Я опять бы потребую сейф, если поставишь крепость сейчас. 7 секунд до конца, ну ёперный театр. Ты вообще не в состоянии как бы себя контролировать. Ты специально ходишь, чтобы невозможно было на это ответить. Ну, сейф грузим. Упрощение, но с этого момента звуки игры будут очень тихо. Это мы уже играем сейф, доигровка там через несколько дней, после того, как мы играли первую часть игры. И я что-то в настройках Дискорда не так сделал, и теперь... Звук слишком из игры именно слишком приглушается. Если участников остальных и меня будет все равно нормально слышно, то вот именно звук игры будет тиховат. Прошу прощения и лучше поставьте какую-нибудь легкую ненавязчивую музыку на фон себе. Я не пойму, что производят какие-то звуки. Что? Да не пойму, какие-то звуки каждый раз в игре. Что они значат? У меня никаких звуков нету. Ну, как будто что-то там то ли появилось, то ли еще что-то. То ли исчезло. Блин, откатить кто-то может? Ну ты, вовремя сказал. Я вообще не успел походить, нифига. Чё ж ты не посмотрел на таймер? Да я в городе сидел, я пока что перезашёл, зашёл в город, смотрел, что там происходит. Ну и что там происходит? Да вот в трех городах вообще ничего не строил. Очень зря. Советуешь так не делать? Хотя, может, до конца игры ничего не строить. Я таки разрешаю. Интересно, я где украл? Почему это ни хрена не лечится? Точнее, я бы сказал, слишком долго лечится.
Блин, вообще не успеваю. Как все быстро время летит. Надо еще вспомнить, что ты хотел делать, что тут происходит. Вообще тут еще квест. Самолетики? Ну, ты же вышел, надо всем выйти. Да нет, швед вышел. Ты что думаешь, я не вижу бомбардировщиков в той столице или челик? Ну, строй, конечно, что я не должен защищаться. Кого? Не понял, я что только что полечил. Гатлинг походил.
Ну блин, ну что за лаги, ну? Ну что это за хрень такая? Это просто настолько дебильно. Лёша, там предложение тебе кидал. Да, у меня тут война суровая. Священная война. В смысле? Ну, упорочка. Что? Чувак упоротый. Он еще, он на меня еще на форуме игры наезжает. На форуме игры? Ну, на форуме турнира. Боже, ребята, остыньте, пожалуйста. Пластмассу открыл. Это неплохо. Ой, неплохо. Ой, неплохо. Вот, ну, смотри, все. Есть там поэтому тебе. Если бы можно было дать оборонку, я бы ему дал. Это какое-то странное предложение очень. Где-то еще чудо есть, я не нашел. А так я его так и не нашел. Я только одно море увидел и все. Какое ты увидел? Ну там Шарипада, по-моему. А, не, Фудзи. Перепутал. Еще одна есть в море.
А вы замерились там, да? Швед и кельт. Ага, замерились. Почему? Зачем? Не, ну в принципе, когда швед упадет полностью... Просто что там у шведа солдаты ноль в демографии, как-то это странно. Да я думаю, он их продал, просто он слил, и он теперь их продал, и просто сдается. Это вот человек, который, знаете, поразвлекаться чисто в ЦУ, садится играть. А, если у тебя другие мотивы? Не для того, чтобы... Нет, ну, в смысле, вот чисто вот, как будто он сольно играет с людьми, понимаешь? То есть все остальные не существуют в партии. Конечно, это ради удовольствия игра в любом случае, но когда ты начинаешь играть с людьми как будто с компьютером, как будто люди тебя должны развлекать, начинаются проблемы. Что мне меньше всего нравится в этой игре, то что вот я вот самым хреновым местом по еде иду вторым по урожайности уже очень долгое время. У меня тоже мало еды. И причем это урожайность. Причем это урожайность, типа там 170-180, а у парня уже давно там под 300. Ну, я не знаю, например, зачем мне большая урожайность, если мне расти некуда. То есть зачем мне вот мне еду ставить сейчас? Боюсь, там сипингами. Но просто это выражается, это долгое превосходство выражается, ну, у жителей, да, и в науке, и в производстве. Ну или может. Или может быть другая причина, ему просто некуда на производство ставить. Подожди, а Лигу, ты у нас в порядок же, да? То есть ты не в свободу. Ну я к тому, что и спецов держать тоже нету смысла. Ну скажи. Не, ну просто в порядке все спецы сидят тупо, потому что там это и счастье дает, и еду дает. Значит, не забирает еду, правильнее сказать. Нет, у нас клетки на еду кончились, или там наука нужна положить. О, самолеты уже. Меня обстреливают. Странно, армию продал, а самолеты построил. Видимо, все-таки взяли за душу мои слова. Не забудьте заглянуть на consolewar.ru, а на этом серия завершена. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.